Ну, давай посмотрим, что тут. Багровая темница. Багровая темница. Блин. Интересно. Что за босс? Ну нет, судя по всему, босс тот же самый. Мне вот этот босс вообще понравился. Но он, к сожалению, такой же. Прикольный босс, блин, мне вообще нравится. Вот я с ним уже бился, но мне все равно нравится. Ой-ой-ой. И мувсет, и вообще... Мега эпичный такой босс. Ау. Ой,
Зараза. Зараза, не дал вылечиться. Еще и застрял. Ну, понятно. Так, нет, мне этот пистолет не нравится. Надо что-нибудь другое поставить. Так, а что ж поставить-то? Тут что поставить? А на мод что воткнуть? Снежная буря. Ну, жилет часовой, допустим. Так, ну самое главное, я вообще-то не это хотел поменять. Я хотел поменять... Снижает эффективную дальность. Вот это, наверное, не надо. А что вместо этого повышает максимальный боезапас? Вот урона пользы вместо повышает шанс критического удара. Давайте попробуем. Повышает эффективность брони, ничего еще есть. Коррозия повышает основную выносливость, повышает жизненное течение, повышает урон от модификаторов. О, попробуем. Куда же ты убегаешь? Ах ты, сучка. Шкатина. Шкарлатина. Thank you.
Вау! Ох, ты падла. Заразил. Да-да-да. Да как? Зараза. Да нет. Ну я не выиграю в этот раз, наверное. Ну да. Как только начинает этот сраный FX эффект, и все, капец, у меня в них начинаются лаги, и я, короче, начинаю лажать. Точнее, не я начинаю лажать, а комп начинает лажать. Куда же ты убегаешь. Да что это было? Ай-яй-яй. Я, кстати, в тот раз первым завалил лошадь. Я, конечно, не знаю, может быть, по-другому и нельзя. Зараза. Давай, 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 чё ты стоишь, блядь? Да,
Дарю. Но, бля. Ну, он сложный достаточно, но не чрезвычайно, но, ну да, сложный. А у меня как назло 5 хилок всего. Его, наверное, тоже можно первым убить. Только вот он сидит хрен знает где. Падла. Толстый он, правда. Это да. Я все-таки попробую. Попробую свой мегапистолет. Я же прыгнул. Да лечи, что ли, блядь. Ау-ау-ау. Равномерный урон, да, получается этим пистолетом. По обоим сразу бьет. Ай-яй-яй. Блин, а чё у меня здоровья-то нет? Зараза. Да ну ладно. Я же вылечился. Меня ваншутнул, я вылечился. Блять, идиотизм.
Не, ну вот это классная тема вообще-то. Если я... На модификатор еще поставлю урон. Повышает максимальный боезапас. Еще запомните это все. Ну что вот это? Ну тут, собственно, ничего не поможет. Я вообще-то это знаю, ну чё. Ау. Патронов нет, серьезно? Блять, ну я же прыгнул. Блять, опять что-то у меня. Да блин. Да ну-ка. Блин, его, наверное, можно... Блять. Да лечись, а нечем.
Гениально, нахуй. Задрал собака. Блять, ты чё мажешь, дура? Блин, опять патронов нет. Твою мать, да нет! Не-не-не! Ах, сука! И все равно он первый умирает. А этот сейчас фул хп лестница. А у меня здоровья нет. Их жалко. Я думал, я их обоих убил. Но нет. Ну, блин. Ну, понятно все, короче. Смысл этот пистолет юзать, тогда я вообще не вижу. Надо было его, конечно, как-то, может быть, добить из арбалета. Хрен его знает. Ну я же прыгнул. Выключить, что ли, урон? Он мешает целиться. В смысле, у тебя патронов нет? Понятно все. Так, а где урон выключается? Так, настройки, настройки, геймплей, показывать урон. Потому что я ни хрена не вижу прицел. Во-первых, он пропадает при перезарядке. Во-вторых, лучше, по-моему, не стало. Yeah.
Блять, я обморозился. Так все хорошо шло. А так все было замечательно. Не, ну у меня уже от него не горит. Первый раз я бился, горело, да. Меня вот интересует один вопрос только. Можно его первым убить или нет? Вот, вот такой вопрос. Блять, он два раза стреляет. Но это что такое было? То есть к нему все-таки не подходить лучше, что ли? Блять, близко подходишь, он начинает вот эту хуету делать.
Я его, короче, да, блять. Куда же ты убегаешь? В прицеле еще нельзя стоять постоянно, потому что надо следить за этим козлом. Я вот эту атаку больше всего ненавижу, потому что я постоянно от нее дохну. Я покойник, да? Сдохнешь ты сейчас, сука. Или я сдохну? Нет. Вставай, блядь, вставай. Нет. Да ну и блин, ну нет же. Да ёб твою маму. Так все хорошо, что вот я тебе говорю. Только вот хорошо начинает идти, все, блядь. Игра начинает, блядь, тебе мозг ебать. Типа, ага, что-то у тебя все хорошо, на тебе, блядь. За подлецо такое. Я же его почти убил, блядь. А, вот они. Да ну я... Мне просто интересно, что будет, если его первому убить. Там вот талант есть. Так. Критический урон поднять, наверное, надо. Ладно, пофиг, давай. Блин, у меня вот только
Фариона больше нету. Неплохо. Пиздец нахуй. Наверное, я заебался. Наверное, надо оставить на следующий раз. Сейчас еще раз попробую, не получится. Хватит на этом. Короче, оставим на следующий раз. Пока.